Всем привет! И если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами Дрейфойер, и добро пожаловать обратно в Bleach Brave Souls. И сегодня у нас открытие витрины с ТКВ Ичига. Я накопил на него 1750 орбов и готов их все потратить, потому что сразу расскажу про новеллу. Что можно сказать? Вот тут у меня компьютер открыт, у меня тут моя группа, да-да-да, статы, геймплей, в общем-то, были. Такинада, Халибл и Барган. Такинада, персонаж очень мне понравился, геймплей у него офигенный, сам персонаж получился очень классным. Я так считаю, что это по статам и по скиллам, это, ну, не, если не топовый, то очень хороший гибрид с новым скиллом, который игнорирует броню гуартными, на которую мы пробиваем приемами у мобов, а не защиты, не путайте. Если бы он пробивал защиту, было бы написано Resistance Break. У него буст, флури, короче, топовый персонаж. Халибл, кастер, без дебафов, но зато у него есть буст и его и щит на бусте. Также у него топовые скиллы, а именно, учитывая, что у нее есть Френзи, у нее еще и Берсеркер 40. То есть это как Френзи и плюс 40% к урону. Короче, это очень мощно. Урон с ульты 60%. То есть это прям, ну, топчик. Вот. Ну и Барган, конечно, это прям вылитый оверлорд из аниме с одноименным названием. Кто смотрел, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, как вам. Как вам, собственно, эти новые персонажи? Я считаю, что они все очень даже ничего и очень даже хороши. Больше всего, конечно, хочется Такинаду. Потом на втором месте Барган, потому что я его ждал больше всех из... Ну, после Улькиоры и после Нуиторы. Улькиоры? Нет, получается, после Нуиторы, короче, я больше всего ожидал вот именно Баргана. Потому что Улькиора вышел еще год назад. Халибл, ну... Халибл меньше всех. Потому что у меня Старк есть. Мне Старк нравится больше все-таки под геймплей, да и сам по себе. Но она помощнее будет, хотя у нее нет дебафов. Вот такие вот персонажи у нас вышли. Придаток, конечно, к витрине отстойный. Ну, нет, он топовый. Персы топовый, особенно Краснайзен. Но у меня 5 из 6, поэтому как бы тяжко. Итак, наболтались. А теперь, собственно, ради чего мы все тут собрались. О! Нифига! Я такого не видел. Ну, в общем-то, его я хочу вытащить. Я хотел витринку. Превьюшка новая, потому что здесь у нас теперь 4-5-star characters. Раньше там было 10 сезон, по-моему, написано. 4 перса с 4% шансом. ТКВ Ичига, Юкио, Тэг Тим Тошек и, конечно же, Изуру. В принципе, персы годные. Особенно, ну, этот не очень. Этот хорош, этот хорош. Этот бы пошел мне... А, стоп, у него Link Strong Attack Damage. Ну, киллер Шинигами зеленый, у меня Айзен. Аранкар, ну, в принципе, пошел бы просто на орбы. Ладно. Итак, хочу, конечно же, вот именно тебя. 1750 орбов. Понятно. Кстати, сейчас выглядит получше вот эта вот картинка. То есть, как видите, тут сразу все видно, ничего не... ну, никакой интриги особо не будет уже такой. Значит, ты листаешь вниз, а там ничего. А тут ты видишь все сразу. 4% это на 1 меньше, чем было в прошлом видео. Итак, следующий. Вот уже 750 орбов. Я их копил долго, потратил за раз. Итак... Где же? Да! Наконец-то! Как же долго я за тобой охотился! Я год на тебя потратил! Я все витрины с ним открывал, мне ни хрена ничего не падало, и наконец-то он выпал. Бози-бози мой. 4%, может еще что-нибудь, а? Ну вот, 1000 орбов на испаду, отлично. Прекрасно. Чудесно. Невероятно. Потрясающе. Вот он! Ура! Наконец-то! Наконец-то он мой! Да.
Все, витрина закрыта. А, слушай, на Epic Ride у меня из синих вообще никого нет. Да и зеленый тоже. Ай, ну-ка, пойду по... Из синих у меня есть, у меня нет из зеленых. Зеленых. А! Ну, в принципе, если Халибл упадет, то... Ладно, не буду открывать, буду ждать мангу. Ой, мангу. Мангу мы сейчас открыли, буду ждать новеллу. Итак, еще один Ичига в моей коллекции остался. Выбить только нового Берса и... Хелл Ичига и... ТКВ из третьей арки. Ну, третий раунд. После новелл, наверное, буду за ним охотиться. Все-таки я его еще больше уже пытаюсь выбить, потому что этот-то существует на 3 месяца меньше, чем зеленый ТКВ. Собственно, ладно. Вот такие дела. Это Мугец тут уже, вон. СП ему качаю. Не удержался, Линк ему прокачал уже. Надо будет третий добить, и потом буду ТКВшку качать. Ой, как я рад, вы прям представляете. Я, кстати, собрал весь четвертый раунд. Мне осталось... Я собрал все раунды, кроме одного. Третьего. Где? Вот смотри, первый раунд у нас. Вот они, все четверо. Вот. И до этого. Второй раунд. Из третьего только Абарами. Нет ни руки, ни Ичига. Четвертый раунд. Вот они, трое и еще сейчас Ичига. Из пятого все. Ну, просто фантастика. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте следовать по всем ссылкам в описании. Жмите на колокольчик и не забывайте, что ссылочка на плейлист с этой игрой есть в описании в подсказках этого видео. А на этом все. Всем удачи и всем пока!